На площадь Ленина вышли все человеческие пороки разом. Молодые ЛДПРовцы примерили на себя роль курильщика, наркомана, алкоголика и любителя фастфуда. Ломать комедию ребятам не впервой. Ивановские либерал-демократы театрализованные шоу любят. Да, 20 рублей, даже на пиво не хватает. Не хотят люди поощрять нас, алкоголиков, помогать нам. Неужели они все за здоровый образ жизни? Не знаю даже, как жить дальше. Где брать деньги? Не знаю, может, бутылки еще пособираю. Не начинайте курить. Это может привести к язвенным болезням. Результат на моем лице. Впрочем, было бы даже смешно, если бы не так грустно. На листовках, которые раздавали партийцы ивановцам, всем известные печальные цифры. От вредных привычек в России ежегодно умирают сотни тысяч человек. Курение и употребление алкоголя сокращает жизнь в среднем на 20 лет. Наркотики расправляются куда быстрее. Выход один – отказаться от порока. Второй год вот пошел, как я уже не курю. И то есть 15 лет раньше курила. И просто лежала в больнице. Как-то хотелось бросить курить. Появилось такое желание, и муж был не против. Бледный, нездоровый цвет лица, темные круги под глазами, язвы. Гримировались ребята сами, причем на скорую руку. Ну, лично я минут 20-30 на это потратила. Кто-то побыстрее, но у меня сложнее получилось лицо чуть-чуть. Сколько смывать, сразу говорю, не знаю. Длилась акция недолго, около получаса. Оказалось, что и порокам ничто человеческое не чуждо. Они замерзли и ушли. Оптимистичные партийцы робко выразили надежду, что когда-нибудь пагубные привычки действительно уйдут от россиян. Раз и навсегда. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.